Немножко как будто ругала с вами каждую буковку. Ой, да, ой, да, 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 да. Ой, да, ой, да, 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 да. Хорошо. Ой, да, ой, да, 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 да. Слушаем интонационно. Ой, ой, да, ой, да, 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 да. Мы поднимаемся с вами на высшую ступеньку. Ой, да, ой, да, 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 да. Я-я-я, ай да, вверх. Я-я-я.
давайте. Сначала только с нижними голосами. Поехали. Дышим.
вывод, да? Дыхание мы правильно распределяем с вами. Поехали. Давайте я четырешки по песочку. Буду останавливать. Нет, такого быть должно. Сразу должно быть уверенно. Весело. Это чья песня? Ну, кто ее поет? Казаки ее поют. Значит, как вы должны петь? А насыщенная широкая течет речка по песочку. А вы начали шепот с какого-то. Давайте еще раз. Улыбка – залог успеха. Она необъемно звучит. Сыграем, давайте сыграем. Три, четыре. Течет речка по песочку, бежочку. Oh,
вы должны всегда на протяжении всей песни ее стабильно, плотно держать по звуку. А то она иначе у вас куплет так звучит, припев так звучит, куплет так звучит, припев так звучит. Она должна вся звучать широко, понимаете? И на любой акустике, где бы вы ни были, вы должны ее петь так, как вы, как вот, она должна быть устойчивая. Вот это звонка акустика, вот это приглушенная акустика, будь то еще какое-то другое, ну, какие-то другие условия, вы должны всегда петь одинаково, да? Давайте еще разочек. Улыбаемся, улыбаемся. Певческая позиция на улыбке – это правильная интонация, это правильная подача звука. Наверена, наверена, дорогою.
живая. В фольклоре есть подъезды. Не бойтесь этого. А? Я знаю, мне напомните партию мою. Мы с вами переделали, да? А что делать? Они первые, вторые. Сегодня воскресенье, мой милый не пришел. Наверно, другую он нашел. Наверно, другую он нашел. Давайте с верхней сопрано, 3-4. Нет, вообще, сначала. Сегодня воскресенье, мой милый не пришел. Сегодня воскресенье, мой милый не пришел. Наверно, другую он нашел. Наверно, другую он нашел. Давайте с вами. Смотрите, и должно быть, запевы должны быть не мрачные, а такие, ну, хорошие. Помягче, да? Ну, мрачные, повеселее. Да. Давайте. Сегодня воскресенье, мой милый не пришел. Вот они запели. А я его люби. Акцент они тоже делали. Любила. И он меня любил. То ли любил, то ли бил. Понимаете, в фольклоре нет букв вот таких острых. И там они всегда какие? Мы с вами говорили. Круглые. Да, округленные. И в позиции чего? Молодец. Боюсь, мне сегодня похвалы не хватит. Вот смотри, а я его люблю. Немножко вот сделайте такую вот, вы все четко поете, как вот привыкли петь в авторских песнях, да? А здесь немножко должно быть такое вот широкое пение. А я его любила, и он меня любил, любовь ему доверила, а он меня забыл. Шурше. И раскладывать так. Любил. Да, раскладывать так. Понимаете, можно разложить по-разному. Вот в данной песне здесь нет каких-то границ. В разной областной особенности, в разном регионе эта песня будет петься по-разному, потому что другой диалект, другая манера исполнения. На севере ее так споют, а на юге ее по-другому споют.
Федор вообще не поет. Понимаете? Милая котёна. Я была. Они узкая. У них узкая очень такая позиция. Совсем другая. Оренбургский пуховик, вот унесён так поздненько. Мягко. А юг у нас? А казаки? Ох! И южно, она есть южный манер исполнения. А у нас винегрет. Кто у вас? Винегрет. Да, судя по тому, да. Оливье. Серёжа под шубой. Давайте еще раз. Широко, буквы широкие, широкие, не узкие. Вот постарайтесь получить от песни, вот должны от каждой песни получать удовольствие. Удовольствие. Здесь должна душа быть широкая. Поехали. Вот и так. Сегодня воскресенье, мой милый не пришел. На дальний на
очень важно окончание песни. Либо мы шли, хорошо пели, а потом вдруг мы и шурум-бурум, и песня получается испорчена. Впечатление у зрителя уже испорчено, когда концовка непонятна. Кирилл, я не подвонил. Понятно? Да? Не... Еще раз. Не нужен твой подарок, не нужен твой платок. Возьми меня с собою на дальний. Oh,
знаете, вот можно вот прям как паровоз вперед ритма, а есть в ритме и делать движение. Вот в ритме вы движение не делать, а ритмично, как пёрный паровоз. Вам одно играть, вы другой поете. Вас движение не голосом, а не телом. Вас не смущает? Каким телом? Я говорю, движение голосом, а не телом. Вы слышите, что вам играют? Плохо слушайте. Лучше нас слушать. Последний куплет. Слышим. Последний куплет. Мы сегодня для вас представляли открытое занятие хора Дворца культуры «Вертикаль». У кого есть желание петь русскую песню, приходите к нам. Мы участвуем в конкурсах, в фестивалях, также на наших городских площадках. Будем рады вас видеть у нас.